что рекрутинг – это особенный бизнес-процесс. В армии это рекрутинг или где угодно, это на самом деле бизнес-процесс, необходимый для успешного ведения любого дела. Все завязано на людях. Среди этих людей мы находим нужные кадры, и в итоге эти кадры помогают развитию. Рекрутингом занимаются специалисты, менеджеры, да, по поиску персонала. Также можно искать уже конкретно определенных специалистов. На самом деле, любой из наших вербовщиков ищет определенных людей. Например, русскоязычных. То есть не всех подряд же набираем, а русскоязычных. Особенно важен подбор квалифицированных сотрудников для серьезных профессиональных предприятий. Кто-то ПВП-пилотов ищет, кто-то лопаты ищет и так далее. Это вот и есть вот эти вот специалисты. Ну, я простые варианты говорю. Потому что когда деятельность на уровне, здесь есть высокая ответственность. То есть выбирать надо лучших из лучших. Помимо учета нужд организации, поиск сотрудников осуществляется последовательно, начиная с рекламы, продолжая там резюме и заканчивая консультациями. Потому что если человек не последователен сам по себе, да, то есть не дисциплинирован, то вряд ли на самом деле что-то хорошее у него получится. Малоэффективно в плане за количество затраченного времени, а вот энергозатратность будет очень высокая. То есть человек может тратить часы на одного рекрута, тратить очень много энергии своей, как эмоциональной, так и физической, на выхлопе, допустим, ради одного рекрута. И в итоге быстро устанет, перегорит. Однако, имея определенную последовательность, четкий алгоритм. Дальше. Обычно рекрутинг – это часть процесса найма специалистов, которую связывают с выделением одного либо нескольких кандидатов на вакантную должность. То есть набираем мы всех, но нужны не все. Но, на самом деле и набираем тоже не всех. Так заявку не кидают, в итоге дальше они отсеиваются. Тут как бы проходной двор, но на самом деле это отсев. То есть первый этап отсева о том, вообще смотрит ли человек почту. Если он соизволил хотя бы заполнить анкету, один плюсик в его сторону. Если нет, я с ним прощаюсь. В любом коллективе, в любой организации есть определенные требования, есть определенные правила. У нас же правила существуют только для удобства руководящего состава. То есть не для рекрута. Так как мы говорим в данный момент о вербовке, следовательно, различные все эти функции, они сделаны для вербовщиков, рекрутеров. То есть вот эту вот анкету, которую человек заполняет. Либо рекрутер, он потом будет человеку задавать эти вопросы, сам где-то записывать и ставить эти галочки вручную. Либо, бля, человек сам галочки расставит, и все это появится в базе. И рекрутеру не нужно будет задавать одни и те же вопросы там, десятки там, раз в день. То есть это сделано для его удобства. И если человек на это не идет, не хочет этого делать, то есть он там гордый, не гордый или просто дурачок, то он не нужен. То есть такие люди даже не учитываются. Они кикаются десятками, с таким типа письмецом, там, возвращайтесь к нам еще, то есть когда там измените свое отношение. Поэтому, опять же, то есть, да, нужны не все. Это один из способов выбора. Дальше базовое обучение идет, но также это опять на самом деле тоже отсев. Мы проводим обучение, человек приходит на обучение, мы это у себя отмечаем, что он обучение прошел. Тем самым мы понимаем, что его интересует. Из этих людей, то есть мы выбираем того, кто поставит на какую-то должность. В процессе идут различные пометки, анкета дополняется. Человек просто про себя рассказал, например, я вообще военный, там служу там 10 лет. Вербовщик это услышал, можно даже ему человеку ничего не говорить, он заходит в базу, ставит там комментарий, ставит пометку. То есть человек в реальной жизни военный, хороший там склад ума и так далее, то есть потенциальный флитком. Все, пометку он поставил. Сев и отбор кадров он идет. Но помимо этого подразумевается и часть процесса по созданию кадрового резерва. То есть все остальные, они в кадровом резерве. На случай того, что если вдруг кадров не хватает, у нас есть кадровый резерв, то есть есть база, где мы видим интересы человека, как он их себя проявляет, эти интересы, на какие-то обучения он ходит, не ходит, то выяснено в процессе общения там с человеком. Это уже конкретно вербовка идет. Вербовка — это процесс разнообразных агентурно-оперативных мероприятий, направленных на завлечение интересующего спецслужбу лица к сотрудничеству с ним для выполнения определенных задач. Вот я, в пример, приводил Анатолия вчера. Анатолию нужно было, вот, чтобы куча людей там летала, лед добывала. Он начинал заниматься тем, что он их привлекает. То есть он начинал проводить агентурно-оперативные мероприятия по привлечению людей к этому мероприятию, чтобы они совместно с ним добывали руду. Чтобы в дальнейшем они, то есть вот этим вот и занимались. А Анатолий занимался вербовкой. Не на стороне, а внутри. Обычный пацан там на срочной службе, ВДВ там служит. Дает хорошие показатели. К нему подходят из спецслужбы там человек, как говорит, там, ты такой-то классный, молодец, пацан, то есть таких, как ты, вообще найти там редко, ты особенный. Обычно человек обладает одним навыком, и это как бы уже хорошо. А ты обладаешь сразу всеми тремя. Тебя ждет большое будущее. Как ты смотришь на карьеру в армии, в разведке, или вот по добыче льда. То же самое и в фирмах, и в компаниях делается.